Oamenii din stânga Nistrului sau din localitățile apropiate de Ucraina se tem de ororile războiului, dar cei mai mulți dintre ei justifică acțiunile Rusiei. În opinia locuitorilor de peste Nistru, Rusia o ajută pe Ucraina să-și recapete libertatea. Știrile despre morți în bombardamente și orașe distruse le consideră fake-uri. Într-un fel sau altul, despre război vorbesc toți. La Varnița a fost colega mea, Diana Popa. La scurt timp după ce am ajuns în Varnița, localitate înconjurată de câteva posturi de control, poliția ne-a întrebat ce scop avem și ne-a cerut să prezentăm actele. Acestea au fost fotografiate fără explicații. Trebuie să vedem care este situația, adică cu ce întrebare ne-a lăsat venit? Am venit să filmăm un reportaj. Doar atât. Bine, vă doresc să știu asta. Da, bine. În centrul orașului Varnița am văzut mulți oameni din Tiraspol sau Tighina care au venit să primească pensia, să-și facă actele sau să scoată bani în numerar. Principala temă de discuție în timp ce stăteau la coadă sau în timp ce așteptau transportul public era desigur războiul. Надо с Россией нормально ладить, потому что если с ней не ладить, вот такая ситуация происходит. Сколько людей помирало на Донбассе даже, сколько там вечно этой войны, сколько между собой Украина вечно воюет. Всегда люди тоже очень много страдало. Как бы Путин тоже хочет, чтобы мирно было все. Россия не бомбит. Кто бомбит? Ни один русский человек не поверит. Бомбят сами украинцы. Сами себя? Сами себя. А зачем, как вы думаете? Ну, наверное, чтобы больше помогала Америка. Россия сильная страна и самая лучшая Россия. Украина, Украина, если честно вам сказать, и правильно выразить свою мысль, это нехорошие люди. Как Россия хочет мира, если она атакует украинские города ракетами? Ну, они ракетами не атакуют, они только военные цели атакуют, гражданских они ничего не делают. Они... Есть же уже и видео, как там танки российские стреляют в мирных жителей, как умирают дети даже. Чего? Вы не верите в это? Я нет. Mulți ne-au spus că în acest război Rusia are rol de pacificator. Как бы как они объясняют, что вот это то, что как вот при фашизм пришел когда в Европу при Гитлере. Если тут такая же будет когда-то ситуация, то не хочется быть тоже, как говорится, из-за этих националистов погибать. Вы думаете, что Россия сейчас больше как помогает Украине и спасает ее от чего-то? Ну да, но я хочу сказать, что, конечно, во всех государствах как есть. И оппозиция, и это, и везде, и хорошие, и плохие. Deși spun că sunt bine informați, oamenii de aici au numit doar câteva posturi și surse online de știri pe care le urmăresc, toate rusești. Самый лучший это Россия, он тебе точно скажет. Канал, да, российский? Да. А почему вы доверяете этому каналу? Не знаю. Просто там смотрим, все смотрят там. Я Россию смотрю, СТС смотрю. Oamenii sunt supărați și pe Occident, care a impus restricții Rusiei, spun că și ei suferă. Nu trebuie să închidă bancii Rusiei, nu trebuie să lăsați, unde oamenii vor pensie? Pensie Moldova tot se primește rusești bani. Pol Moldova lucrează în Rusia. De ce închidă bancii? Manipulați de informații false, mulți spun că se simt panicați. Страшно, по ночам просыпаюсь, не дай бог у нас тоже будет. Все уезжают, все убегают, даже я. Я не думаю, то, что здесь безопасно жить и дальнейшие действия. Вы готовите уже какой-то план Б или какие-то провизии? Да, мы думаем, чтобы переехать отсюда, потому что мы не знаем, что завтра будет. То, что происходит, не дай бог, и нас тоже коснется. Уже готовят какие-то там, собирают у людей в армию. Зачем? А где собирают людей в армию? Ну, в Кишиневе моя Санд уже приказ отдала, да? Людям приходят повестки, то, что надо обучение, вот это все. Зачем? Ну, вообще-то уже сказали, что это фейк, что это неправда. Я не знаю, правда, чему верить, на что смотреть и чего опасаться. Ощущение, напустишь немец про нас, да и переколос, винка и пацели, да и аша и ладенши... Logică, că poate să zic că i-am duceți vă și la Moldova și vedeți și mai acolo. Putin și el așa, îi poate să facă. Am întâlnit și persoane care, cel puțin la cameră, ne-au spus că sunt împotriva războiului și că se străduie să fie neutri. Nu, я стараюсь
не принимать ничью сторону, потому что у меня много друзей и в России живут, и у кого-то родственники в Украине. И если сейчас принимать чью-то сторону, можно даже поругаться со своими родственниками, близкими. Очень обидно просто, что из-за всей этой ситуации родные люди действительно могут разорвать отношения. У меня есть примеры, реальные примеры, и ну, это прям грустно, очень грустно. Я держусь в нейтральной позиции, то есть я не поддерживаю ни одну сторону, ни вторую, я вообще против войны, как бы, и все. Majoritatea oamenilor din Varnița speră totuși că nu vor fi implicați în război. Totuși, unii ne-au spus că încep să schimbe banii în dolari și să-și facă provizii.